Сегодня у нашей ячейки общества годовщина. Вот. И у нас была запланирована поездка в Нью-Йорк и полетать на вертолете. Но, к сожалению, погода вносит свои коррективы. Погода сегодня нелетная, поэтому планы меняются. И мы едем в зоопарк. Я бы даже сказал, что это все-таки аквариум, а не зоопарк. Мы едем в аквариум, в город Вудридж. Мы там не были. Билет купили прям только что. На Группоне со скидкой взяли что-то. Понятия не имеем, что это, что там будет, насколько это того стоит, открыто ли там вообще, пустят ли нас туда сегодня. Но надо что-то делать, чтобы не пропадал мой выходной, который я брал заранее. А про вертолеты попробовали перенести на субботу, посмотрим, получится или нет. А пока аквариум, по-моему, SeaQuest называется. Мы приехали в этот торговый центр Вудбриджа. Но реально не можем найти, где вход. И погода просто жесть. О, SeaQuest. Get your SeaQuest ticket. Да. Да. Это если ты в автобусе будешь что-нибудь покушать. Заходи, Кисю. Осталось найти H&M. Нет, я доверяю вот этим стрелочкам на полу. Осталось их найти. Вон еще. Вот. SeaQuest. И все. Я не потерял. А, нет, вот. Хайзенберг какой-то. Вот. SeaQuest. Только такое ощущение, что он не работает, да? Как-то так пустынно и никого, как будто бы все закрыто, нет? Между чемпом и еще чем-то. Вот тут можно фотографироваться. Тут вообще все закрыто, смотри, ни одного человека нет. Эбола. А, нет, там... General Admission. Нам сюда. Ну, пойдем. Осьминоги. Ура, там есть люди какие-то. Мы просто будем одни. Можно даже так вот поплавать с этим. Вроде бы да. 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 Подставляй ручки. Ставила? Смотри, они тут собрались уже, ждут, когда ты их покормишь. Там чуваки плавают. Акула плывет, акула! Потрогала уже их? А чё они такие голодные? Да не, они не укусаются. Помнишь, он не будет такой голодный. Что еще подставляете?
Бедные, они аж выпрыгивают. Они реально выпрыгивают и пытаются укусить тебя. За палец. О! Вот это, вот эта штука вылезла из воды. Дракон. Они живые? Их там много. Вот это живая, вот это белая, не знаю. Да они все, там их много, вон они в углу забились там. Почему они там не шевелятся? Шевелятся. А почему они? Смотри, там эти, дори. Нет. А там синенькая, видишь? Ой, смотри, какая плосколобая. Ой, смотри. Видишь, синенькие, как дори. Какая большая глаза. У, смотри. Вот, смотри, смотри, тебе нравится, да, да? Ого. 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 Ого! А чё вы все такие голодные-то? Ты посмотри, сколько их здесь, конечно. Они живые, да, там смотри, там жабры шевелятся. Я думал, кто-то накидал просто их горка, а это живые прям. Что ты хочешь посмотреть, Кирусь? Акулки. Вот, смотри, это акула. Маленькая, да. Вот еще акулки. Привет, чуваки! Выдры. Потому что здесь выдра, зайчик, видишь? Так, 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 так. Смотри, чухаются как коты. Куда? Выдры. А мы вот там пропустили кого-то. Вот здесь вот кто? Я никого не увидел тут. А, все, все понял. Это чисто выдриная тема. Крыся, тут вообще какие-то петухи и кролики. Крыся, там петухи и кролики. Мне кажется, он недоволен. Это что такое, морские свинки или что? Они такие миниатюрные. Кроликом пойдешь? Пойдем? Нет? Я спрятался.
какая кишка. Python. Как две ветки такие застыли. Змейки. Котики. По-моему, это как у ландскейпа Макс и Бакс. Два было обычных кота. Саня, я их нашел. Они живы-здоровы. Максобаксы. Это ландскейповские Максы Бакс. Прям интересно, отзываются или нет. Ага. О, пришел. Пришел, чувак. Смотри. Укусит. Укусит. Так. Ну да, мы идем против течения, но не важно. Тут археологи. По-моему, там Кира нашла динозавра. Ты, так их такие, они такие гладительные, да, их можно гладить. Гуси. Ой, это осетр, да? Так. Что-то я здесь не вижу осетра. А, вон. Осетр там плавает, вон, видишь, внизу. Оу, оу, оу. Ой, они такие, знаешь, агрессивные, эти рыбы. Я палец подставила, где пыталась не упустить. Зубатые. Конечно. Вот это, наверное, мурены, да? А то угри. Черепушка такая обиженная, да. Всем вообще. Тут укусить кого-то. Да, наверное. Да. Хочет. Ой, а это кто такие? Нет, не кусаются эти лобстеры, где они? Вот там лобстеры. Можешь звездочку потрогать. Не хочешь? Кто тут? Какой-то кузнечик. А, тут лягушка какая-то. А, вот она. Это она? Или что? Ой, ой, а что они на самый верх забрались? Ого, там большая змея. А тут кто? Ив. Ив. Какой-то таракан большой. Наконец-то Python. Краснохвостый боа. Но у него большая клетка. Ого.
Ого. Я не вижу, чтобы у него был красный хвост, но он здоровый. Да что за это? Хочу покормить, говорит. Папа, покорми. Ленивец. Тебе не интересен, да, ленивец? Чувак, конечно, ленивый. Где? Чудо! Посмотри! Вон их сколько, королей. Дикобразы. А, вон они спят. Дикообраз. Последняя. О, попугаи. Ого! Она решила каких-то огромных покормить рыбок. Кошмар, какие они здоровые. Они такие огромные. Шишак. Прикольно. Мама, забирай русалку. Это змееутка. Змеегусь. Клево. Это гифт-шоп? Да. Окей. Акулу. Давай. Do you guys want 6 free tokens, alright? Can I grab those for you? Give me 1 second. Девочки, сейчас нам дадут еще 6 монеток. 6 токенов ты выиграла. Пойдем. Мы можем попробовать их обменять на игрушку, а можем попробовать... Да. А что ты хотела выиграть? Акулу. Ты хотела акулу? Сейчас посмотрим. Все, мы покидаем это место с акулой. За отзыв нам разрешили прокрутить кольцо, там написано. Вот. Кира выиграла 6 токенов. Они где-то по 2 доллара, по 1 доллару, я не помню. И мы взяли, но она хотела акулу, которая стоит 15. Не, она молодец, да. 3 доллара. 3 с чем-то она сказала. Да. Да. Клево? Ну что? У, какой осьминог. Глядите, осьминог. Так, проходим мимо. Молчим.
Ну что, идемте, пойдем, кафе найдем. Лидуся, расскажи, что это такое? Никельс онли. Никельс — это 5-центовые монеты. А, вот это написано. И мне жарко ботинок. Написано 5 центов. И что это такое? Venus, Frank Avalon, So Fine. А, это выбор песен, типа, да, или да, что? Да. А оно работает? Оно, я смотрю, на всех столах. Мне кажется, это должно быть только для декораций. Нет? Нет, ну там какие-то монетки валяются. Нет, там ABCD. Locomotion. Elvis Presley. Ну давай не будем. Давай. Я не хочу. Оно не работает. Или работает. Но надо вначале кинуть монетку. А я не хочу. Да? Ну не надо. Музыка. В общем, смотри, что я думаю. Судя по вот этому интерьеру, в таком вот ретро-стиле, где вот эти вот плакаты еще ретро, купите кока-колки, и вот эти все штуки, это мне напоминает, наверное, аналог, как у нас вот эти вареничные там, ну, ретро, да, ретро-кафе. Ага. Где? А. Да. Что там? Акула у тебя. Детский хот-дог пришел. Мамочка, мой детский хот-дог. Смотри тебя. Это филичи стейк и какой-то бургер. Какой бургер? Рокет. Что-то рокет. Это тебе макать сюда. Где мама, папа? А мама вот в этом магазине. Что? Вот там мама, в Victoria's Secret. Делает себе еще один подарок.